По благословению митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия, ректора Тобольской духовной семинарии, в Тобольске и Тюмени прошел 15-й съезд межрегионального молодежного общественного движения «Сибирь молодая православная». Для участия в съезде прибыли 76 делегатов от всех благочений и приходов Тобольской митрополии, Югорской и Новосибирской епархии. Сразу после регистрации участники съезда отправились на богослужение, которое проходило в Софийско-Успенском соборе. Для участников съезда была организована экскурсия по ризнице Тобольского Кремля. А днем в Малом актовом зале духовной семинарии состоялось пленарное заседание, на котором с участниками съезда встретился чемпион мира и России шахматист Анатолий Карпов. Гроссмейстер рассказал о себе, о своем пути к победам и поделился опытом, необходимым для достижения поставленных целей. Съезд продолжил работу в Тюмени. Здесь делегаты приняли участие в традиционном крестном ходе от Знаменского кафедрального собора к Спасской церкви. В сквере перед алтарем Спасского храма, в котором до сих пор не совершается богослужение, участники крестного хода во главе с митрополитом Димитрием совершили молебен Спасителю и за упокойную литию по всем невинно убиенным в годы лихолетий. А потом молитвенное шествие направилось к месту, где когда-то стояла Успенская церковь, взорванная в годы гонений. Великое достижение, что мы это место ознаменовали памятным камнем, что всякий теперь будет помнить, что здесь было место святое, молитвы наших благочестивых предков и почитаемое место. И в крайнем случае оно никогда не будет поруганным теперь. Поэтому вот что значит наше освящение камня и освящение этого места. Во второй половине дня представителей сибирских регионов ждал приятный сюрприз. Состоялся выход на природу на базе отдыха Тюменского госуниверситета, где в неформальной обстановке молодые люди смогли пообщаться. А завершилась программа 15-го съезда молодежи концертом, подготовленным детским приютом «Отрада».